Всем привет! Под прошлым роликом я просил вас собрать 500 комментариев, но я никак не мог ожидать, что вы это сделаете всего лишь за 2 часа. Я был в шоке. Раз пошла такая песня, давайте соберем под этим роликом 1000 комментариев, и я сразу приступлю к записи нового видео. Спасибо большое за донаты от следующих людей. Фарух Камолов, Тайгер Ок и Роман Игоревич. Мне очень приятно. Спасибо вам еще раз. Ссылку для поддержания рублем я оставлю в комментариях. Линкин Парк, знаешь, например? Да. Какую именно? Прикольно. Классно получается. Я, кстати, год занимаюсь, и последние где-то месяца 3 хожу на курсы игры на гитаре, но без струн. Там очень такие дешевые курсы, там струн нету на гитарах, и нас учат играть без струн. Вот я тебе сейчас показал, как это делается. Вот. Ну, я не скажу, что я прям большой профессионал игры на гитаре без струн, но со струнами я что-нибудь тебе прикольное да смогу сыграть. Прикольно. В прошлый раз мне тоже понравилось. Прикольно. Прикольно. Спасибо. Понравилось? Да. Вы думаете, это я играл сейчас? Да. Серьезно? Очень подозрительный вопрос. А что, нет? Ну, вы ничего подозрительного не видите в том, что это, может быть, играл не я, да? Вот сейчас стало очень подозрительно. Я не подозревала об этом, а сейчас... Блин. Нет, ладно, я верю, что это ты. Вы верите, что это я, да? И сейчас будет самое обидное, если ты такой, а это не я. Да нет, почему это я играл? Да? Я как раз недавно посетил одни такие онлайн-курсы изучения игры на гитаре. Там как раз обучали играть на гитаре без струн. Вот, и я считаю, у меня еще даже неплохо получается. Ну ладно, я еще параллельно этим занятием все-таки ходил, иногда посещал онлайн-уроки гитары, там, где все-таки учат играть со струнами. Ну, у меня, в принципе, я считаю, тоже неплохо это получается. Я была уверена. Нет, я не была уверена. К
кого я обманываю? Кого вы ждете здесь? Скажите мне, пожалуйста. Ну, точно на тебя. Ебать! Ну, куда уж мне до дрочера в чат рулетки. Ну да, дрочер так не сможет. Хотя у него руки там тоже наработанные. Ну, только правая. Только правая. Он, скорее всего, что-нибудь типа... Здорово. Кого вы ждете здесь? Ну точно на тебя. Здорово. Красавчик. Что за магия? Прикольно. Прикольно. Понравилось, да, тебе? Да, классно. Я надеюсь, сейчас не будет, да, снизу такой фигни, которая, короче, играла все это время. А ты такой, типа... Да не, ну это я играл. Я попадал на таких. Ты попадал на людей, которые делают вид, что умеют играть на гитаре? Да. Ну мне-то ты веришь, я надеюсь, да? Ну пока да. Мне как раз недавно друг показал, как правильно играть на гитаре, на которой нет струн. Вот, ну, я так более-менее обучаюсь. Ого. Вот я на ней играю сейчас. А как вообще? В смысле, как вы играете? На гитаре без струн? Да. Ну, вот как ты сейчас? Я играл. Это вообще возможно? Типа, как? Что? Блин, не знаю, я ни разу не видела такие, на самом деле. Ну, хочешь еще раз сыграю? Давай. Давай. Да, блин. Ну вот так это делается, это просто все. Да блин, ты меня за придурка-то не держи. Ну ладно, ладно, я все-таки чуть-чуть обучался еще играть на гитаре со струнами. А, понятно, они играли. На ней играли, да? Привет. Привет. Что делаешь? Сижу. У тебя неплохо получается. Не знаю. Спасибо. Вообще хорошо. Классно, классно. Круто, круто, понравилось. Конечно, да? Конечно. А что, у вас кто-нибудь там на гитаре в армии играет? Конечно. Ну да, у нас много людей играют на гитаре. А слушайте, а у вас там на гитаре играют со струнами или без? Ну, если кто-то привозит гитару. Ну, конечно, со струнами, конечно. Со струнами, да, играют? Да. Я понял. Ну хорошо, ребят, давайте там привет давай, передавайте тем, кто со струнами играет. Пока-пока. Ну а в завершении ролика хочется рассказать о канале, где ребята снимают интересные и смешные видосы на разные темы. У них полно свежих идей. Если вы хотите зарядиться позитивом и хорошим настроением, тогда подписывайтесь на канал «Это удивительно».
регулярные выпуски забавных роликов не дадут вам скучать. Ребята, давайте вместе поддержим развивающийся канал. Если тебе понравился ролик, поставь ему лайк, напиши, кто из собеседников тебе понравился больше всего. И спасибо за просмотр. Пока.